В марте исполняется год всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Родилась она с началом первой волны пандемии. Добровольцы, участники волонтерского движения, решили приурочить к дате целую серию мероприятий, которые проходят на этой неделе. Их символом стала оранжевая нить, как олицетворение позитивного настроя. Ее можно повязывать на правую руку или прикреплять в форме сердечка. А еще один символ – апельсин. Его волонтеры просто дарят. Заряд бодрости и витаминов получили постояльцы в стационаре Центра медицинской реабилитации. Каждому из них волонтеры всероссийской акции «Мы вместе» и Общероссийского народного фронта подарили по парочке апельсинов. Пользу этот фрукт, по мнению добровольцев, несет не только благодаря витаминам, но и за счет ярко-оранжевого цвета. Дружный, светлый, оранжевый цвет, который соединяет, который сплачивает, который желает всего хорошего, доброго, здоровья и радости. Именно поэтому сегодня мы подарили каждому много-много долек, объединенных в единый, красивый, общий плод апельсин. Он один из символов акции «Мы вместе», символизирует знак пожелания здоровья, поддержку и крепкий иммунитет. Поэтому вместе с цитрусом волонтеры дарили каждому из постояльцев стационара теплые подбадривающие слова и желали скорейшего выздоровления. Этот ящик витаминов был у добровольцев не последний. В их планах посетить и другие медицинские центры, после чего поддержать социальные и раздать апельсины просто прохожим на улице.